Всем привет, ребят, вы на канале Crypto Commons, это короткий очерк по рынку. Итак, что мы видим? Начинаем с эфира. Мы видим, что мы находимся все еще в аптренде. Мы находимся в очевидном с вами аптренде. Как и по эфиру, так и по биткоину и по другим монетам. И это у нас 30-минутный таймфрейм, с вами биржа Bybit. И, конечно же, ребят, с высокой долей вероятности мы в какой-то момент сломаем эту поддержку и пойдем тестировать какие-то снова, ну как минимум вот этот уровень сопротивления по эфиру в 2900, если сейчас пробьем ее. Или может быть даже уйдем ниже на уровень 2820, как вариант, и оттуда отскочим. Или даже вот этот вот предыдущий уровень сопротивления сильный в районе 2750. То есть я не говорю, что это точно сейчас произойдет, но я не отрицаю такой момент. И вообще в трейдинге мы работаем с вероятностями. Если вы вообще торгуете вот это вот дело внутри дня. Потому что если вы инвестор и ходлер, то вам по большому счету пофигу, сейчас мы об этом поговорим. Но если вы торгуете, я в принципе жду чего-то такого. Просто не факт, что это произойдет прямо сейчас. Это может произойти и гораздо позже. Например, если мы сейчас затузамоним вот так вот, то тогда, соответственно, мы будем подтягивать все эти уровни, да, и ждать коррекции уже до каких-то более локальных там минимумов. Поэтому сейчас в целом я просто вам говорю, что я вижу, что картина достаточно бычья, потому что у нас явный тренд повышающихся минимумов здесь и повышающихся максимумов. Это очень хорошо в краткосроке для быков. Вот, ну и раз уж мы об этом заговорили, то вот они все мои позиции на бирже Bybit, открыты до сих пор, ничего я не закрывал. На стриме, на позавчерашнем я частично разгрузил. Стрим, кстати, заблокировали из-за музыки, но прямо сейчас я очищаю там пару песен от авторских прав, так что его скоро разблокируют. Кто не успел посмотреть, посмотрите. Ввиду того, что я не мог сделать видео, я в телеге сделал пост сегодня, так что обязательно подпишитесь к нам на телеграм-канал, если вы еще не подписаны. Делал пост о том, что биткоин и Dash, в моем случае, поскольку это одна из основных моих позиций по альткоинам, продолжает двигаться наверх в рамках наших с вами ожиданий и в рамках, как это ни назови, для медведей это локальный отскок, для быков это развороты to the moon, тем не менее, это факт. Вот, озвучил здесь некоторые уровни, и давайте покажу их, это сейчас вам на TradingView. Собственно, по Dash'у, вот для локальных to the moon'еров, вот такая вот фиба натянута с уровнями, до которых мы, вероятно, дойдем, это 143 доллара, 163,5 и 184. Это вот в ближайшее время то, что я жду по Dash'у. Тем более, посмотрите, какой у нас тут красивый загиб идет по вот этой волне после зеленой точки. И money flow все еще красный, но здесь уже у нас пошла пустая волна, которая, по идее, вот сначала идет пустая, потом заливается водой, как я это называю. То есть синяя перейдет сюда, и это будет уже активная фаза роста где-то вот здесь. Но это все локальные движухи. Более глобально, если мы с вами отдаляемся, то здесь уже можно натягивать другую Fibonacci, другую фибу от локального хая на недельном таймфрейме весной. И по ней, посмотрите-ка, у нас еще более интересные уровни. Мы еще даже не дошли до 23 уровня, это 170 долларов. Следующий уровень 0.38 это 230 долларов, 0.5 уровень 276 и золотой карман это 320 долларов примерно. Вот туда, я думаю, с высокой долей вероятности мы дойдем, даже если рассматривать медвежий сценарий. Ну и более глобально, если вы отдалитесь и посмотрите на все это даже без Fibonacci, а в логарифмическом масштабе, то я вам напоминаю, где мы вообще по Dash'у. Мы с вами на дне логарифмического канала, уже трижды или даже четырежды подтвердили вот это вот дно, и вот у нас с вами цель, это вершина логарифмического канала, это, друзья, примерно 20 тысяч долларов. Ну там 17, 18, плюс-минус, неважно. То есть это больше, чем 100 иксов оттуда, где мы сейчас. И мы с вами видим, что Dash сейчас выглядит реально как биткоин в 2015, или как эфир там еще недавно, в 2019, находится на своем глобальном дне. Вот и все, вот у нас было накопление, вот мы из него выстрелили, была вершина. Вот у нас сейчас накопление, и мы из него еще даже не выстрелили. Надеюсь, понимаете теперь, почему я активно топлю за Dash. Вернувшись к Bybit, ребята, хочу вам сказать, что сейчас начался как раз трейдинг-турнир, ссылку на который я оставлю в описании. Это не командное состязание, это просто соло-состязание, то есть вот вы торгуете на Bybit, вы просто здесь нажимаете регистрация, я ее уже нажал, вот, пока еще мой PNL не подсчитался, я только-только вступил. И вы просто-просто торгуете так же, как вы обычно торгуете, но становитесь участником конкурса, в котором вы можете получить достаточно крутые призы. До 100 тысяч долларов призовой фонд, еще до 200 тысяч в эфире. В общем, ознакомьтесь, почитайте здесь правила конкурса. Начался он 25 марта, продлится до 17 апреля. Все, что вам нужно делать, это продолжать торговать также на платформе, как вы торгуете, и просто став участником. Вот на текущий момент самый высокий PNL, первое место 116%, и уже награда 4,5 тысячи долларов. Так что можете попытать свои силы, переходите по ссылке в описании.
и регистрируйтесь в соревнования. Вот, еще раз повторяю, что как по эфиру, так и по биткоину я сам ожидаю локальной коррекции. Не знаю, сейчас или чуть позже, но обязательно ее ожидаю, потому что не бывает безоткатного роста, как мы с вами знаем. И похоже, что вот она, возможно, потенциально, кстати, и началась. Но тут вопрос в ваших таймфреймах, ваших горизонтов. Давайте я покажу вам на Dash, только переключу на английский язык, потому что меня бесит русский язык в описании. Вот, на Dash локально. На последнем стриме мы с вами говорили про то, что вот эта восходящая поддержка удерживается, но как только она пробьется, я сам даже открывал хеджевый шорт, который закрыл практически сразу. Сейчас теперь мы видим что? Что она пробилась, и мы пошли вниз. Отретестили ее, кстати, точно как сопротивление, и ушли еще ниже. Сейчас, я не знаю, я нарисовал вот эту вот линию, и мы, кстати, я нарисовал ее еще где-то вот здесь, и посмотрите, мы тоже точно в нее уперлись. Я делал пост этот в телегу с этим скрином, так что обязательно проверьте подписку на телегу. Посмотрите, мы точно от нее отбились. Тютелька в тютельку. Сам фигею вообще. Вот. Собственно, чего я ожидаю, как я уже и говорил, что это здоровой коррекции как минимум до 0.38 уровня. И посмотрите, это точно совпало с 0.38 уровнем по Фибоначчи и вот этой нисходящей историей, которая здесь была как сопротивление. Значит, окей, либо мы отбились от нее и полетим наверх, либо ждите 0.5 уровня, это 115-116 долларов по Dash. Либо в худшем раскладе сейчас я вижу для быков это 110-111 долларов, 61,8 по FIBA и потом наверх. Опять же, не факт, что это будет, но будет, я думаю, один из вот этих трех сценариев, плюс-минус, нас будет ждать. Поэтому смотрите, чтобы вас там не ликвиднуло, а наоборот, вы добрали позицию, если мы туда сходим. Вот такие вот мысли. Смотреть другие альткоины типа Ripple или там, я не знаю, еще чего, Litecoin, я считаю, смысла нету, потому что плюс-минус одна и та же картина. Вот Ripple тоже сейчас подходит к нижней границе треугольника. Я думаю, что сильно ниже нас сейчас не опустят. Но, опять же, я могу и ошибаться, поэтому все решения принимайте на свой страх и риск. И напоследок хочу вам сказать про Chia Network. Chia-то начала шевелиться, походу, смотрите. Chia начала шевелиться, и кто смотрел мои последние видео и также видел пост, опять же, в телеге, который я делал про Chia, вот, я делал пост, что начинаю закупать понемногу Chia. Это для меня не спекулятивный трейд, это в долгосрок, скорее, инвестиция. Потому что, когда я вижу вот такой график, ребят, и понимаю, что проект не скамовый, а на самом деле рабочий, и плюс еще и за зеленый майнинг, за экологию, я потихонечку буду добирать. Даже если чей это окажется ложная история, она будет валяться на дне еще год или два, я все равно буду добирать и потом ехать на этой волне. Поэтому, смотрите, я начал добирать, она зашевелилась, мне, конечно, приятно, но я не собираюсь разгружаться, естественно, тут еще прибыли толком нет. Я просто думаю, что неплохая инвестиция, если у вас есть какие-то деньги, которые нужно запарковать в крипте в долгосрок. А в целом, что я вижу сейчас, это бычий тренд в плане OTC сделок, то есть реально люди бегут в крипту, не знаю как где, но в РФ реально люди бегут в крипту, спасают свои денежки, что называется. То есть я видел еще там месяц назад был отток, из крипты люди выводили в рубли, сейчас люди заводят активно крипту, поэтому пока, я думаю, это скажется положительно на росте. Естественно, в какой-то момент их будут брить, но пока все, на мой взгляд, очень-очень позитивно. Зеленый money flow только-только начинается на дневке, о чем мы и говорили с вами, вот эти вот уменьшающиеся волны на небольшом дивере. Выглядит очень хорошо все, как и по Dash'у, так и, естественно, по биткоину. Биткоин вообще очень неплохо улетел, money flow уже зеленый, цели все те же, 52-54 тысячи даже в рамках этого небольшого движения. И в целом вот такие вот дела. Ребята, спасибо, что посмотрели это видео, не забудьте поставить ему лайк, запампим алгоритмы YouTube. И напоминаю вам, что все ссылки вы найдете в описании, как на наш телеграм-канал, так и на наш второй канал, обязательно подпишитесь. И ссылки на биржи, естественно, рабочие обменники, где можно покупать крипту сейчас спокойно с российских карточек, кошельки и все остальное. Всем желаю профитролей, хорошего дня или вечера, где бы вы ни были, и увидимся скоро, надеюсь, что завтра. Пока-пока.